Друзья, доброго вам всем здоровья. А лохматая душа вибрирует от напряжения. Операции, тяжелые животные, слепые, поломанные, искалеченные. Ребята, это просто какой-то поток. И если честно, я даже не знаю, как его остановить. Какими словами, каким выкриком, какой выдержкой. Ребята, мы спасаем всеми силами, делаем все, что можем. Но, друзья, у нас одна огромная проблема, которая самая страшная, наверное, для всего приюта. Не для отдельного зверя, а для всего приюта. Это нехватка корма. Друзья, дорогие мои, сейчас опять остро встала проблема корма. Корм, ребята, 21 век. Неужели мы допустим, чтобы наши животные, те, кого мы с вами спасаем с таким трудом, ребята, неужели от того, что у нас трудности, мы отвернемся от тех, кто нуждается в нашей поддержке и заботе? Друзья, дорогие мои, приюту нужен корм. Я прошу вас, я всем сердцем заклинаю вас, всем добром, который есть в ваших душах. Друзья, дорогие мои, корм, помогите нам, пожалуйста, нам нужен корм. Я прошу вас, вы наша жизнь, вы наша надежда. Умоляю, друзья, помогите. А мы делаем все, что возможно. Все видео и вся наша работа перед вами. Хорошие мои, помогите, пожалуйста, помогите. Корм – это наша жизнь. Корм, ребята, мы не можем допустить, чтобы животные голодали. Я прошу вас, отзовитесь. Всем сердцем, всей лохматой душой прошу, друзья, отзовитесь, пожалуйста. Нам нужен корм. Вы ведь не допустите, чтобы голодали те, кого вы спасали и спасаете. Родные мои, нам нужен корм. Прошу вас, отзовитесь. И храни вас Бог. Thank you.
Ha ha ha!
Thank you.